Six, no, toca hasta las más Итак, при счете 3-0 в пользу команды «Металлург» начинается вторая половина матча. И в команде «Металлург» произошла замена. Вместо Михаила Калантаева, номер 22, играет Александр Аксенов, номер 14. Мяч в ворота команды «Металлург» забил Николай Мичурин, номер 23, команда «Футбольный клуб Саров». Ой, не глупо,
по правому флангу. Thank you.
На счет 3-1 будет Металлурга. В команде «Металлург» произошла замена. Вместо Александра Залетина, номер 9, на поле вышел Даниил Таратынов, номер 8. Thank you.
подачу в штрафную, и счет становится 3-2. Так, Сорок неожиданно сбивает два мяча. Сыграли вместе с Финалитой второй тайме. 23-й номер. Мяч в ворота команды «Металлург» забил Никита Мичурин, номер 23, команда «Футбольный клуб Саров». Счет стал 3-2 впереди команды «Металлург». Внимание! Я забыл объявить, что в воротах команды «Футбольный клуб Саров» вместо Евгения Шошина, номер 1, играет Александр Давыдов, номер 30. Перерывы вышли в сторону действуют. 0.
На дальнюю совершенно один игрок завел где-то там пару, очень было опасно. Отправляет меня на партнер.
5-0 это было в прошлом году, а в этом 4-2 закончился матч. Внимание! В составе команды «Металлург» произошла замена. Вместо Егора Гришина, номер 17, играет Алексей Косоногов, номер 20. Спасибо.
4-4, пятка сыгрался, третья команда. Все на длинной передаче на Авдекова. Ташов доходит до Авдекова. Режет угол, Егор прострел на дальнюю штангу. Алексей Косоногов включился в матче с Саровым. Открыл счет в матче. Баоня в нижнюю штангу подача. Нужно уже бежать назад Исаеву. Итак, полом останавливает наш футболист на старте 7. Пошел, приходится вот так паузу делать мяч. Повторюсь, ничем не уступает Саров в втором тайме. Несмотря на численное большинство. 2-0 они пока выигрывают этот тайм. Очередной заброс, заход между нападающего. Владение, можно продолжать показывать судья. Реал бросает Саров уже на вал. Шов среди гостей. Потеря мяча Гризгизов. Не прошла передача, но мяч остался у Павла. Такой мяч для Косоногова. Дальше на Тарасова. Прострел. Вновь Косоногов. Ударная позиция. Можно бить Алексею. Удар и штанга. Как обидно забивает Алексей Косоногов сейчас. Своему другу Александру Давыдову. Еще одна замена в составе Металлурга. Даниил Берегов будет вместо Дмитрия Балуина. В команде Металлург замена. Вместо Дмитрия Балуина номер 23 играет Даниил Берегов номер 19. Подача Дениса Исаева в центр штрафной. Давыдов кулаками сбивает. Пошел по подборе, удар. Штрафную. Прострел Гизгизов. Удар по воротам имеет защиту. Мог хитрик оформлять Павел. Немного не повезло. Хорошо, Дмитров включил сразу момент. И вот какой гол мы видим курьезный. Пошел Иван Тарасов прессинговать защитника. Тот выносил мяч и отвернулся Иван. Попал ему мяч в спину и залетел в ворота. Мяч забил Иван Тарасов, номер 10 команды «Металлург». Счет стал 4-2. 4-2 становится счет. Теперь немного спокойнее все-таки. Тарапинов и пользуется этим гости. Мяч в нашу штрафную, ударная уже позиция. Удар получился, все силы Смирнов потратил нападающий.
Вадий сам подхватывает мяч. Удачно Грюкова. Потеря мяча. Прикачивает, передача проходит. Выход один на один у наших ворот. Прощают сейчас. Если не ошибаюсь, это ничего не было, мог оформлять хитрик, но простил. А вот сейчас, вот передача с потерял мяч немного в лужу, но дошел все-таки к нападающему. Дальний удар. Удар на ворот и не залетел. Очень закрутил мяч футболист Сарова. Сумел его взвесить и поранить. Второй играет наши защитники, вот Юрий Саров. Пятки неудачно играет Авдеков, удар по нашим воротам. Авдеков с нами собирает. Здорово забрасывает на Тарасова. Справа один Косоногов и видит это Тарасов. Находит мяч для Алексея. Удача на Авдекова, удар по воротам. Правую же сторону играет. Он пошел в отборе. Шовку поставил ногу. Точная передача от Баранова, он подошел, свист на бросание. Заиграли сейчас наши футболисты. Удар выше ворот.
арбитр сказал, по-моему, 2 минуты добавляли. Счет 4-2 в пользу Металлурга. В составе нашей команды отличились Александр Кулешов, Иван Тарасов и дважды Павел Кузнецов. Алексей Казанову в последнем матче был у него шикарный момент. Матч на одну штангу. Вот в подборе Алексей. Хороший перевод на Бирюкова, на защите головой. Сбивает этим мячом. Ставит корпус, славит. Стоит отметить хорошую игру Шарова во втором тайме. Стали они бросать игру после кошмарной первой половины. Счет 3-0, удаление. Показали характер, забили два мяча. Если бы не четвертый период гола Ивана Тарасова, можно последний штурм могли бы организовать. Повторяется на счет первого круга. В обоих матчах первый глаз верно поверх команды Калуга. А есть еще пару минут, чтобы отличиться от другой команды. Снизу с мячом. Подача в штрафную, Давыдов кулаками, без визов на подборе. Замечательно считал отскок, тоже подбор на подаче. Футболисты Тарасов, Иптина Косоногова, не решился на удар Алексей, сделал передачу на Александра Куташова. Да, никто еще не сожалеет. Еще раз напомню, что после финального соискания расходитесь. Будет происходить церемония с Алексеем Косоноговым. Замена в концовке у нас. Илья Исаев выходит на поле вместо Егора Бекова. В команде «Металлург» очередная замена. Вместо Егора Авдекова, номер 18, на поле вышел Илья Исаев, номер 2. Итак, матч окончен.